Всем привет! Надоело нам ремонтом заниматься. Решили поехать до бабушки, дедушки. Ну и по магазинам. Там корм надо купить для персика. И отраву от мухоты. Вот. Угу. Каждый день заниматься ремонтом уже спина не выдерживает. А я же печку ломаю в летней кухне. Потихонечку ломаю каждый день. Угу. За раз не могу. Спина. Да, Арчи, спина у нас болит. Вот. И в доме я печку отбиваю. Штукатурку. Сейчас потом я ее сфотаю, разберу и будем обратно собирать ее. Только повыше сделаем, как раньше было. Чуть повыше на один кирпич. Угу. Вот. И, скорее всего, у нас ремонт затянется до самого конца лета. Потому что я его не каждый день делаю. Надо ей отдыхать. Да? Я не рассчитывала, как сказать, в этот период уходить в отпуск. Так что потихоньку будем и отдыхать, и делать ремонт. Угу. Как-то так, да? Персик, персик. Где персик? Блин, Арчи на персика говорю. Персик где? А, мы его дома оставили, да? Дома оставили, закрыли. А Арчи захотел дома. Увидел, что я собираюсь. Угу. Начал скандалить. Да? Возьми меня с собой, возьми. Ну и вот. Арчи, ну все. Что, поехали до бабушки. По магазину пошарахаемся. Памперсы я тебе взяла. Ну, кстати, надо памперсы ему уже купить. У нас уже пачка кончается, одна осталась. Да, одна осталась. Ну что, погнали? Ну, погнали. Так что оставайтесь с нами и не переключайтесь. Ехали на берег. Смотрим. То пометил бочку. То пометил бочку. А? Мама уже жимолость. Но это жимолость не садовая. Это дикая жимолость. Ее из тайги привезли. Угу. И посадили вон какой уже куст здоровый. Угу. А есть садовые. А это дикая. А.
жимолость, она такая интересная. Ну, варенье вкусно, конечно. Горьковатая она. Жимолость это. Арче. Ну. Торик. Торик. Здорово, Торик. Красотка наша. Здорово. А где? Где персик? Ой, персик, говорю. Что-то сегодня персик, да персик у меня в голове. Арчи. А? Ну-ка, сумку мама положит. Свою фирменную сумку. Хочу показать вам, где красавчик наш спит. Барсик, тебе-то хорошо там, да? Так прекрасно спится. Да? Прекрасно спится, Барсик. Ты дрался, что ли? Весь драчун. У мамки вон помидорки там. Ну, мама всегда лучше помидоры, чем у меня. Она вперед садит их. Мама, вон как расстояние у нее. Мама цветочки выложила. Это георгины она заказывала, новые сорта георгин. Ага. Вот такие мне надо садить пионы. Сами по себе, что были. Вот такие вот. Такие как-то покупала лилия. Вот так они у меня выросли. И все на этом. И пропали. А где Арчи? Арчи! Не ходи туда. Это что, яблоня? Не пойму. Яблоня. Ой. Черная рябина. Или как она называется? Забыла. Чернослив. Ой, нет. Фу, блин. Забыла. Арчи, ну-ка иди сюда. Красотка. Что там делаешь? А? Все, пошли. Я ухожу. Ты туалет захотел? Ну, давай, давай. Арчи туалет захотел, да. Ну, молодец, давай, давай. Не буду мешать, не буду мешать ему. Но постою рядом. О, свежий воздух. Свежий воздух. У нас никаких здесь заводов нету. Ни пароходов. Вот. Живем на свежем воздухе. Ну давай, делай, делай, делай. Мама подождет тебя. Я стою и жду тебя. Жду.